Всем привет, с вами Данте, и мы, точнее, это мой подкаст. А насчет моего нового прохождения, насчет вообще дела на канале. В общем, начал я проходить Биошок первый. А сразу с ним проблемы, то что он у меня исчез после, наверное, пятой части с канала. Вообще непонятно почему. YouTube даже мне ничего не прислал. Из-за чего? Почему? В общем, я решил снова начать заливать. Снова начал заново. И все норм. Наверное. Да. На канале мне полное отчета. Я вернул, кстати, старый дизайн канала. Да, вот. Старый дизайн канала вернул. Более-менее так уже нормально. Как видите, тут у меня заливается Биошок. Обрабатывается, укладывается, все нормально. Да. Конечно, меня убивает вот эти глаза, вообще вот эта картинка. То есть сначала видео вот это. Ну ладно. Так. В группе ВКонтакте. Тьфу, в группе ВКонтакте. В группе Steam у меня на данный момент 69 человек. Немножко прибавилось, но ладно. В группе ВК 337 повышается гораздо больше. Да. Подписчики растут, хотя достаточно медленно. Но у меня вообще раньше был стимул то, что дотянуть до 1000 и все. Вообще без кооперативов, чтобы у меня не было последников, ну то есть людей, которые могли бы меня снова подтолкнуть на съемки, но в итоге я сам втянулся. Мне это нравится. То есть это мое хобби уже стало. Это мне нравится. Да, так, обновим. Так, ну по плану под конец этого видео уже выложится Биошок. Первая часть, потому что вторая у меня будет завтра. То есть сегодня 18 мая, 19 мая уже будет вторая часть. Да. Также были вопросы вот под старыми видео от Биошока, которых уже нет, то что на какой версии я играю, то есть на Xbox версии или на ПК версии. В начале видео беспалевно написано «Апеллитивное управление ПК». Беспалевно написано. Потому что в Xbox версии этого нет. Конечно, я мог Поплякову чисто отключить клавиатуру и мышку, но тогда я смог бы подключить только если я блок, ну точнее процессор, не системный блок, выковырил бы. Также у меня с ним проблема началась, то что он у меня начал перегреваться часто. Материнка уже все, капец полный. Я, кстати, посмотрел в интернете там материнку хорошую, видео вообще прекрасно, но у меня, если я ее возьму, у меня оперативка не будет резко. Многие спрашивают, почему? Потому что у меня оперативка. Знаете, такие это. Где-то около середины у них разрез, так скажем. А то есть это, по-моему, второе. Это как там первый, второй и третий идет. Название не помню, у оператива. Ну, в общем, у меня идут. Сейчас у меня в процессоре, в принципе, три оперативки. То есть две по 2 гига и одна по 512. Но
у меня из-за того, что моя материнка великая, ужасная, такая кривенная, простите за такое слово. Она воспринимает только где-то 2 гига оперативной памяти. Хотя у меня 4,5 гига оперативки. То есть я должен записывать почти любую игру без лагов. У меня получается то, что с лагами. В общем, мне нужно где-то от 4 до 8 или даже до 12 тысяч рублей на новую материнку. Хотя многие скажут, фу, позитивный системный блок, но... Блин, у меня, по-моему, сразу и жесткий диск улетит в небытие. Хотя, смотри, какая материнка. А ладно. То есть, если... То есть, мне надо будет где-то 20-25 тысяч... Вообще, я хочу, чтобы если был бы у меня 40 тысяч, сейчас я чисто сам собрал себе системный блок. Вообще, был бы у меня деньги вообще нормально так. Значит, наверное, 50, хотя сначала 40, заявлял бы 50, я бы вообще обновил бы свой процессор бы. Вообще, просто покупал бы запчастей бы. И все, я его собирал бы сам уже. Блин, хочу я, кстати, это... две видеокарты. Ну, у меня в данный момент одна, но я хочу две. Ладно, не будем об этом, а то... Это уже выйдет с подкаста... перейдет не в, из подкаста в лянчи... В это... Буду... это... Называется, буду клянчить деньги у подписчиков. Ну ладно. Сам как-то справлюсь с этим. Да. И где-то, кстати говоря, наверное, с 25 мая по 15, наверное, видео... Если даже и будут, то они достаточно редко будут выходить. Ну, хотя я постараюсь там записать про запас, чтобы они выходили у меня достаточно часто. И хотя по одному в день. Уже будет что-то с чем-то нормальное, я так понимаю. Потому что у меня 25 по... 25 мая по 15 июня будет такая штука, когда я уже не смогу записывать, я смогу записывать только нечасто и немножко. Да. У меня вообще наполеоновские планы так-то. Вот только Наполеона был план захватить всю Россию, у меня план... Ну, хотя, что у Наполеона, что у Гитлера, вроде, называют весь мир. Наполеон, чтобы это все по-французски не будем говорить, а у Гитлера, чтобы все по-немецки, там, блин, герр-генерал, блин. То есть, господин генерал, вообще капец. Ой, хотя поначалу начинал немецкий учить. Сейчас я... Более-менее так знаю немецкий, хотя немецкий знаю там буквально, как считать, до 10. А по-английскому я где-то вот так. Что-то знаю, ну что-то перевести более-менее могу. Хотя, почему интересно, вот space и пробел. Space — это космос, а по-английски space — это и космос, и пробел. Потому что вспомнить там некоторые игры, там это нажмите на space, чтобы сделать то-то. Нажмите на то-то, чтобы еще сделать что-то. Хотя в многих сейчас играх вместо нажмите пробел написано нажмите, и указывается там, например, мышка и какая-то кнопка подсвеченная. Ладно,
Все, не буду об этом говорить, это уже переходит вместо подкаста, это уже разговор об играх. Что я не очень люблю начинать. Ну, вот. Да. Все, болит, я устал. Да. Так, значит, что еще хочу сказать? То, что уже не за горами то, что я буду достаточно часто уделять времени каналу, вообще уделять не только каналу, но еще всем группам, может даже я что-нибудь буду делать более эпичное, чем раньше, то есть я раньше вообще почти что там на канал, группа, все, больше ничего. Может что-нибудь еще буду такое делать, может какие-нибудь ивенты. Да. В общем, по протяжению, скорее всего, этого видео будут выскакивать ссылки с частями этого кода, ну, точнее, ключа от игры World of Planes. Кому интересно, может посмотреть это видео и учить ключик уже. То есть по протяжению вообще этого видео могут где-нибудь выскакивать это надписи, в которых будет идти ключик от ZBT World of Planes. Всего в видео этом будет три окошка, в котором будет высвечиваться часть ключа World of Planes. То есть он будет, скорее всего, в разноброс. Или нет, он все-таки будет это идти вот по-нормальному. То есть первая часть это первая часть, вторая часть это вторая часть, третья часть. Хотел сначала в разноброс, потом подумал, что это будет достаточно тупо. В общем, кто заберет ключик, тот пусть отпишется, то, что ключик взял. Ну и все. На этом розыгрыш будет закончен. Так что, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте. И всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Все. Пока.